Сегодня разберу газовую колонку Zanussi. Модель GVH12 Fonte. Так, сейчас взвешу, сколько весит она целиком в сборе. Девять килограмм ровно. Чтобы снять верхнюю крышку, откручиваем два шурупа по бокам. И две ручки снимаем. Обменник здесь не самый большой. Луженый медный. Ну, сейчас разберу, взвесим, что получится. По всем металлам. Сколько латуни, сколько меди, сколько алюминия, сколько железа оставшееся. Разобрал полностью колонку, вот что получилось. Немного латуни, теплообменник маленький, нержавейка, алюминий и медь. Весим медь. Сто шестьдесят семь грамм. Латунь. Семьсот тридцать три грамм. Алюминий 117 грамм. Четыре штуки 100 грамм. Здесь 400 грамм где-то. Нержавейки. Так, и теплообменник. Два килограмма.